Научно-технический переворот, связанный с ускорением развития технологий, заставил общество пересмотреть взгляды на многие социально-экономические процессы. Безусловно, это коснулось и рекламы, как основного двигателя прогресса. Сегодня перед этой областью деятельности стоит много задач, которые требуют безотлагательного решения. Для обсуждения актуальных проблем рекламы и поисков пути их устранения уже в 7-й раз подряд на конференцию «Рекламный вектор» актуальной коммуникации собираются преподаватели, студенты и молодые ученые из разных городов нашей страны. Мероприятие организует Российский университет дружбы народов. Проблем на рекламном рынке очень много, наверное, потому что рынок растет. Это и проблема развития креатива, проблема замеров эффективности рекламной информации. Это проблема новых форматов рекламы, связанная в том числе с появлением различных мобильных устройств. Ну и огромное количество просто потребительских трендов, которые влияют на восприятие эффективности рекламы. И я думаю, что обсуждение этих вопросов – это вопрос профессиональной компетенции специалистов. Проблема регулирования этой отрасли, проблема открытости информации в этой отрасли, начиная от проблем ценообразования, заканчивая отчетностью перед конкретными клиентами, рекламодателями и так далее, наверное, заслуживает отдельного внимания. И, может быть, это стоит действительно выделить как небольшую проблему, ну или как минимум точку, о которой стоит в том числе подумать. Участники выступили с докладами, в которых предложили свои стратегии будущего развития рекламы в России. Все собравшиеся были единодушны во мнении, что необходим принципиально новый подход к этой области. В сфере рекламы прежде всего должны быть базовые знания из сферы культуры, из сферы истории, литературы. И, наверное, для определенных специальностей, связанных с медиапланированием, нужно знать математику, нужно уметь пользоваться математическим аппаратом для подсчетов. Но еще самое важное, на мой взгляд, это знание социологии и психологии, потому что именно эти сферы, они объемлют все части деятельности, связанные с рекламой. Экономические процессы, происходящие в нашем обществе, выявили много спорных моментов в рекламной сфере. Их устранение – дело будущих специалистов коммуникационного бизнеса. Поэтому вузам и работодателям необходимо уделять большое внимание их подготовке и формированию профессиональной компетентности. Евгения Городилова, Марина Саврасова, Фадям Райш. Новости ТВ Рудн.